как я здесь оказался? Я ехал из Москвы на юг. У меня было пару часов, и я решил заглянуть в Рязань. 65 килограмм и 300 грамм. Типичный вес отощавшего курсанта. Советую вам скушать что-нибудь вкусненькое. Пришло время уезжать. Но тут я познакомился с Ксюшей и ее друзьями. Вот так я здесь и оказался. И знаете, мне понравилось. Поэтому я решил остаться еще. Что Рязань окажется так близка мне. Я попал сюда случайно, но думаю, что вернусь сюда еще раз. Привет, подбрось до Сергеевки. Да, садись. Ты как здесь оказался? Коллеги, добрый день, как слышите меня? Все отлично слышно, да? Так, основной чат, все отлично, можно, да, все отлично, можем начинать. Друзья, добрый день, вас приветствует Центр развития туризма Рязанской области, туристский информационный центр наш тоже, меня зовут Кутукова Оксана, мы сегодня представим вашему вниманию презентацию с туристским потенциалом нашего региона. Я вкратце расскажу вам, почему именно в Рязань, преимущества направления, наши инфраструктурные возможности. А моя коллега из туристского информационного центра уже поподробнее остановится на каких-то нюансах культурно-историческом наследии, наших каких-то основных объектах, маршрутах и так далее. Также напоминаю вам о том, что мы сегодня разыгрываем подарочный сертификат в наш один из лучших гостиничных комплексов «Старый город» на уикенд. Двухдневный, с пятницы по воскресенье, в любые выходные до конца октября. Ну, детали мы уже конкретно с победителем проговорим. Разыгрываться ему будет в конце. Пименова Ольга будет задавать вопросы. Ну, первый ответивший нас его получит. Поэтому я вам очень рекомендую остаться с нами до конца. Если у нас какие-то технические вопросы, давайте договоримся писать их сразу. Если вопросы по вебинару, тогда давайте, может быть, мы в конце с вами, и я на них отвечу и обсудим какие-то детали, если вдруг они возникнут. Итак, почему Рязань? Давайте коротко тоже расскажу, и почему мы сегодня говорим о том, что Рязань больше, чем кажется. В прошлом году, в конце 2017 года, мы разработали территориальный брендбук наш региональный, и основной смысл, основная концепция этого брендбука звучит как «Рязань больше, чем кажется». И чем больше мы погружаемся, да, в историю, чем больше мы занимаемся туризмом, развиваем туризм, мы понимаем, что, ну, что это действительно про нас, и что Рязань действительно больше, чем кажется, и это выражение отражает вообще особенности нашего города. Рязань – один из древнейших городов Центральной России. Мы отмечаем в этом году 923 года с момента его основания.
И, в общем-то, добро пожаловать в Рязань. Да? С каждым годом отрасли отделяется, да, туристской отрасли уделяется все больше внимания, и нас это не может, конечно, не радовать. У нас в городе появляется множество новых маршрутов, маркированных маршрутов. У нас появляются аудиогиды, арт-объекты различные, все больше архитектурной подсветки в городе, появляются новые объекты показа. У нас заработал и хорошо отлажена работа туристского информационного центра, главный офис которого расположен в центральной части города, на нашей пешеходной улице Почтовой. Добро пожаловать за контактами, за необходимыми заказами экскурсионного обслуживания. Какие-то детали, нюансы по объектам показа, если нужно уточнить, всегда можно позвонить. Контакты у нас будут все в конце презентации. Дополнительно, да, помимо этого, у нас заработал с этого года Центр развития туризма, и основная задача которого – взаимодействовать с бизнесом, и к нам, как раз я руковожу Центром развития туризма, к нам можно обратиться по взаимодействию с бизнесом, да, какие-то вопросы с Министерством культуры и туризма решить, если то это все через нас. Более того, мы предлагаем быть не в роли куратора для заинтересованных туроператоров по нашему региону и, в общем-то, помочь какие-то быстро решить какие-то проблемы, нюансы по направлению. Ну, Рязань всегда входит в десятку различных рейтингов как для бюджетного отдыха, как направление на календарные праздники. Топ-10 туристических городов, топ-10 популярных событийных регионов. Три событийных мероприятия у нас входят в национальный календарь событий. И в Рязани все больше проводится, ну, очевидно, больше проводится деловых мероприятий. И также Рязань себя успешно зарекомендовала на рынке медицинских услуг, в частности, стоматологических. И совсем недавно у нас, в общем-то, в полную силу заработала, была основана и начала свою работу Ассоциация медицинского туризма, которая, в общем-то, решительно настроена развивать эту нишу в том числе. Ну, мы ей будем, безусловно, в этом тоже помогать всячески. Несколько слов скажу о транспортной доступности. В пределах 300 километров от Рязани находятся такие города, как Москва, Владимир, Тула, Калуга, Липецк, Тамбов. У нас прямое железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, и поезд идет у нас очень удобно, он ночью в пути выходит из Санкт-Петербурга поздно вечером, и рано утром он прибывает в Рязань. Есть возможность провести в Рязани целый день, можно остаться на ночь, можно вечером в 23:30, в принципе, покинуть наш город. То же самое и аналогичным образом выстроена логистика с Самарой. Поезд Воронеж-Москва, южное направление, отправляется из Воронежа рано утром в 7 утра, приходит в Рязань в 11:30 и захватывает такие города, как Тамбов и Липецк. И теоретически они тоже, отправление может быть вечером. Можно провести просто целый день в Рязани, можно остаться у нас на ночь. Тоже, в общем-то, можно делать какие-то бюджетные варианты без проживания. Рязань находится, ну да, я уже сказала, что мы всего лишь в 20 километрах от Московской области. И по нашему региону проходят две автомагистрали федерального значения, М5 и М6. Судоходная река Ока, речной пост, порт Рязань. Ну, в общем-то, вот как-то так, чтобы было понимание вообще, где мы. Немножко расскажу вам о наших средствах размещения. В Рязани более 70 объектов размещения, от крупных гостиничных комплексов до хостелов на разный бюджет. И на некоторых я остановлюсь поподробнее. Один из таких гостиничных комплексов – «Старый город». Как раз размещение в нем на уикенд мы сегодня с вами разыграем в конце нашего вебинара. Что я хочу сказать про гостиничный комплекс «Старый город»? Это новый комплекс у нас в самом центре города, в 15 минутах ходьбы от нашей жемчужины, от нашего Рязанского Кремля. Запущено 118 номеров различной категории. На территории гостиничного комплекса работает 4 тематических ресторана различных, 4 конференц-зала от 40 метров до 300, есть банкетный зал площадью 300 метров. На каждом отеле оборудованы хорошие переговорные комнаты.
от 35 квадратных метров, стандартный номер от 4500 за сутки. И, в общем-то, отель могу рекомендовать для самых притязательных туристов, так как собственник этого отеля в отельном бизнесе уже не первый год. И, в общем-то, все, да, у него помимо этого гостиничного комплекса еще три тоже гостиницы. И все нюансы, наверное, уже, то есть он учел вот при строительстве этого гостиничного комплекса, да, были учтены. Я уже сказала о том, что вот про те гостиницы, про которые я говорила сейчас, да, у которой собственник один, это вот еще гостиница «Конюшный двор» и гостиничный комплекс в некотором царстве. «Конюшный двор» очень атмосферное место, тоже в центре города, очень любят у нас его командировочные, очень любят в нем делать различные фотосессии, потому что очень красивый отель с большой красивой территорией на берегу озера, несмотря на то, что это, в общем-то, по большому счету тут центр города. Гостиничный комплекс в некотором царстве – это тоже, в общем-то, очень красивая территория. Это уже инфраструктура для семейного отдыха. Есть и прокат инвентаря, есть мини-зоопарк, есть мини-производство молочной продукции на территории. Ну, это вот такое наше, в общем-то, тоже изюминка, скажем так. Многие о этом комплексе знают, и не раз он удостоен премии правительства Российской Федерации. Размещение и в конюшном дворе, и в некотором царстве где-то от 300 с половиной тысяч за номер. Немножко расскажу вам про бизнес-отель Рязани. У нас в 2017 году открылся конгресс отеля «Макс». Он, отель расположен в центре города, вблизи железнодорожного вокзала, как раз с транспортным сообщением «Москва-Рязань». На 224 номера гостиничный комплекс различной категории, с хорошим паркингом, с охраняемым теплым подземным. Есть великолепные апартаменты с панорамными окнами, вид из которых великолепно открывается, в общем-то, на перспективу городскую. И неограниченные конференц-возможности. Множество деловых мероприятий проходит на территории отеля. Динамичное ценообразование от 2500 за номер стоимость отеля. Также у нас есть 4-звездочный отель «Форум», гостиница бизнес-класса, много командировочных размещается. Хороший отель, качественный, гостеприимный, хорошее соотношение цена-качество, очень локация хорошая относительно культурного центра. И, в общем-то, тоже мы вам рекомендуем. На 125 номеров гостиница. От 2500 за номер. Отель «Арагон» у нас в бизнес-отеле попал случайно, но я очень рекомендую его для размещения, потому что отель, ну, действительно тоже с изюминкой, и он назван по одноименное название провинции в Испании. Вся вот эта вот средиземноморская тематика, она очень хорошо прослеживается и в интерьере отеля, и в кухне, да, средиземноморская кухня, хороший ресторан, великолепный зал для проведения мероприятий, внутренний двор с различными тематическими вечеринками. То есть он такой очень, очень уютный и хороший менеджмент, качественный, заботится о всех туристах и очень хорошо развивается. И расположен он хорошо тоже в центральной исторической части города, на тихой-тихой улице, и буквально за углом уже можно попасть уже на такие оживленные места. Ну, как я уже говорила о том, что у нас, ну, можно много говорить про это, но давайте еще скажем о том, что у нас есть много мини-отелей, много хостелов различных, всех у них хорошая тоже локация относительно железнодорожных вокзалов, в общем-то, и нареканий ни по одному из них, вот таких вот ярких, я, например, не встречала. Про конференц-возможности я скажу тоже пару слов. У нас более 12 средств размещения, оснащенных конференц-залами различной вместимости. И, в общем-то, мы очень стремимся развивать деловой туризм у нас на территории. У нас в июне запланирована экспертиза с Национальным конгресс-бюро на тему перспективы развития делового туризма. И мы уже хотим просто на уровне губернатора услышать рекомендации для развития этого вида туризма, что нам нужно для этого, бизнес услышать тоже, кто готов меняться для того, чтобы мы этот вид туризма развивали, потому что нам кажется, что у нас должно в этом что-то получиться обязательно.
Я просто хотела сегодня еще сказать о том, что, ну, показать в презентации прежде всего, насколько у нас отрасль развивается, насколько у нас очевидны поступательные такие положительные тенденции, потому что все, ну, смысла рассказывать обо всем, мне кажется, нет, потому что мы можем с заинтересованным бизнесом обязательно пообщаться. У меня есть несколько слайдов по инфраструктуре для активного отдыха. Я хочу обратить внимание на туристско-развлекательный комплекс «Окская жемчужина». На мой взгляд, великолепное место для отдыха всей семьей. У нас этот комплекс расположен вблизи города, 8 километров расстояние от города. И он расположен так очень удобно. Это вблизи наш, скажем так, курортный поселок Солочи. Это ворота в Мещеру, это чистый воздух. Это уже такие зеленые хорошие леса. И комплекс отличает, в общем-то, хорошая инфраструктура. Великолепный аквапарк, великолепный отель на 90 номеров, более 90 номеров тоже различной категории. Есть хорошее озеро с хорошим обустроенным пляжем. Развлекательный комплекс «Облака». У них есть также номера, индивидуальные домики на территории, футбольное поле с подогревом, теннисные корты, колесо обозрения у них недавно появилось. В общем-то, для хорошего такого качественного семейного отдыха можно на выходные, в принципе, мы очень рекомендуем. Часто проводят различные акции для детей в каникулы, то есть делают какие-то такие активности на территории, мероприятия летом у них практически там ежедневно проходят, но выходные точно. То есть мы очень рекомендуем. Хотела бы пару слов еще сказать про комплекс Атрон Трек. Это единственный комплекс России с трассами для различных видов авто и мотоспорта. Работает прокатный картинг, прокат спортивной техники, проводится множество спортивных мероприятий. И плюс, что на территории расположен гостиничный комплекс на 61 номер, что, в общем-то, тоже позволяет и разместиться, и позаниматься вот таким видом спорта, который у нас не часто встретишь и найдешь такие трассы. Да? Развлекательный комплекс «Семен Оленинский» так весной попал сюда случайно, но, тем не менее, я просто хотела обратить внимание на то, что у нас есть возможность отдыхать зимой, у нас есть возможность покататься на лыжах, на сноубордах, есть возможность в «Семен Оленинском» взять тренера, позаниматься, есть небольшая гостиница для размещения и искусственное покрытие, искусственный снег, в общем-то, независимо от того, какая зима, можно приехать отдохнуть. Помимо этого у нас есть биатлонный комплекс «Алмаз» с равнинными такими трассами, различные длины, 3, 5, 8 километров, размеченные по красивейшему лесу. И, в общем-то, обращая на это внимание, тоже хорошая инфраструктура. И прокат спортивного инвентаря, и площадки различные детские, и аттракционы в зимнее время года тоже очень рекомендуем. Пару слов скажу о ресторанном бизнесе. У нас в регионе множество сетевых и независимых ресторанов стало появляться все больше. У нас, я просто здесь тоже хочу сказать о том, что больше, да, что ведется большая работа по части рязанской гастрономии. И в Рязани начала действовать ассоциация кулинаров и наша региональная, которые очень активны и которые разрабатывают вот уже сейчас меню рязанское и готовы его представить в мае этого года. Помимо этого у нас занимается Министерство культуры и туризма, проводит проект вот как раз экспедиции в муниципальное образование Рязанской области, где, в общем-то, ну, ведется работа по созданию гастрономической карты Рязанской области. И у нас стали появляться тематические рестораны. Один из таких ресторан – «Кухмистерская хлебная площадь». Это первый историко-тематический ресторан в городе Рязани, очень атмосферный. Воссоздает своими интерьерами кухней, музыкальным сопровождением, всем антуражем ритм начала 20 века, крушение царской России, создание нового социалистического государства. И вот это все в интерьерах видно, представлено. Красный зал, белый зал, все очень осмысленно, все очень продумано, местные краеведы хорошо очень поработали, и ресторан предлагает
и попроще обед, и такое ресторанное меню, и готов встречать группы, и говорить о какой-то совсем невысокой цене. Также обращаю ваше внимание на чайную сахаровар с купеческими обедами и ужинами и наши традиционные рязанские каравайцы. И очень хорошая локация у сахаровара. Они находятся как раз на территории музея нашего нового частного, музея Леденца. Потом чуть попозже мы о нем скажем. И сам и музей чайный, они расположены по пути к нашему Рязанскому Кремлю. Вот я говорю, что очень хорошая у них локация, можно всегда, в общем-то, зайти, недорого попить чай с каравайцами, либо пообедать, и мы очень рекомендуем. Это, безусловно, ну, от меня это, наверное, все на сегодня, дальше у нас Пименова Ольга продолжит, но я просто хотела сказать о том, что это, безусловно, не все наши инфраструктурные объекты. Я бы просто хотела, ну, говорю, сделать внимание, акцент на том, что у нас хорошая положительная динамика, у нас все в развитии, мы готовы меняться, мы открыты к диалогу. И напоминаю о том, что да, Центр развития туризма готов стать кураторами по региону для заинтересованного бизнеса. У нас сейчас в конце вот своего выступления хочу рассказать о том, что завтра, 14 апреля, у нас стартует проект совместно с центральной пригородной компанией, которая обслуживает наши экспрессы Москва-Рязань. Мы запускаем проект «Рязань бесплатная плюс». И в рамках этого проекта с 14 апреля до конца октября все, кто едет экспрессом к нам на выходные в субботнее утро, получают бесплатную экскурсию по городу. Дополнительно наши средства размещения, наш бизнес делают скидки на размещение, наши рестораны готовы делать комплексные обеды, такие туристические наши, музеи сделали сборные экскурсии, то есть, в принципе, к этому проекту можно присоединиться в течение всего ближайшего там, полугодия. Мы вас очень приглашаем и ждем. И напоминаю о том, что у нас сегодня разыгрывается сертификат на уикенд в гостиничном комплексе «Старый город». Будьте с нами до конца, и, в общем-то, я думаю, что у нас моя коллега Ольга Пименова с вами этот разыграет наш подарок. Ну, а я приглашаю Ольгу Пименову. Да, Ольга, продолжайте. Я просто... Секунду прям, мы поменяемся. Я не выведу никак на экран. Вот презентация у меня на экране есть. Может быть, два раза щелкнуть, чтобы тебе она была поближе? Ну, нет, давай дальше. Давайте. Здравствуйте, коллеги. Очень приятно всех здесь видеть, читать. Меня зовут Пименова Ольга, я сотрудник Туристского информационного центра Рязанской области, работаю экскурсоводом уже несколько лет, очень люблю наш родной город, и о нем, конечно же, я хочу вам рассказать. Давайте с вами начнем с событийных мероприятий. У нас их достаточно большое количество, многие из них входят в национальный календарь событий. Начнем. Вот тоже такая интересная картинка у нас есть. Мы с вами видим фестиваль исторической реконструкции «Битва на Воже». В 1378 году на территории Рязанской области произошла первая победа русского оружия. Это была генеральная репетиция Куликовской битвы, и наш край с удовольствием этот праздник отмечает. В конце августа каждого года мы вас приглашаем на территорию поселка Глебово Городище для того, чтобы поучаствовать в этом замечательном реконструкторском фестивале. Вообще тематика рязанских фестивалей достаточно разнообразная. Это и гастрономические фестивали, и спортивные мероприятия, военные, вот историческая реконструкция, которую я вам рассказала. Много фестивалей, посвященных искусству. Три проекта, такие как «Малина», «Битва на Воже» и «Золотая ладья» входят в топ 200 лучших событий России по итогам 2018 года, вернее, на начало 2018 года. А с 12 по 18 августа на территории нашего города пройдет впервые международный форум древних городов, в котором примут участие города мира возрастом старше 500 лет. В рамках форума будет фестиваль театрального искусства, фестиваль этнографии, культуры древних городов. Очень интересно будет, приезжайте, мы вас всех с удовольствием приглашаем. Вот как раз про форум древних городов. Смотрите, сейчас я тоже переключу на следующий слайд. Ну, конечно же, рядышком с Рязанью находится село Константиново, где в 1895 году родился на свет
«Последний поэт русской деревни» Сергей Александрович Есенин. И у нас, конечно же, очень много мероприятий, посвященных этому человеку. Мы хочется с вами поделиться таким мероприятием, как «Есенинские дни». Это ежегодный проект музея-заповедника Сергея Александровича Есенина, посвященный дню рождения великого поэта. Ежегодно его посещает более 6 тысяч участников. Замечательный фестиваль, замечательные места. Тоже всех с удовольствием приглашаем. Ну, теперь мы с вами видим один из самых популярных фестивалей нашей области. Это фестиваль «Малина». Он проходит в этом году 21 июля в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. Село выбрано не случайно. С древних пор там необычным способом выращивают малину. Из этих мест малина доставлялась на царский двор. Поэтому все, что связано с малиной, есть именно здесь. Гостей всегда ждут разнообразные угощения из малины. Малиновые песни, малиновые танцы, малиновые мастер-классы, развлекательная программа, концерт. В общем-то, в том году фестиваль посетило более тоже 6 тысяч человек. Очень его любят, знают и приезжают с удовольствием. Приглашаем и вас, конечно же. Еще тоже на слайде мы с вами видим региональный молочный фестиваль «Закой пасутся ко», который проходит 8 сентября на территории Рязанской области в Дубовой роще рядом с селом Коростово. Фестиваль очень примечательный, потому что рязанские земли с древних пор являются таким молочным краем. У нас замечательные заливные луга и коровы, которые едят эту удивительную траву, дают самое, наверное, лучшее молоко в России. Ну, так хочется думать нам, и так говорят наши туристы. Но полезный праздник не только для детей, но и для их родителей. Дегустация молочных продуктов, молочные мастер-классы, интерактивные площадки, молочное дефиле. Тоже большое количество людей собирается на это мероприятие. Вижу вопрос, что такое молочное дефиле, сразу отвечу. Оно бывает разных видов, иногда это люди представляют с необычными нарядами в тематике молочного фестиваля, либо коров одевают необычные наряды, и они, в общем-то, практически по подиуму показывают всю свою красоту. Вот, можно тоже с удовольствием посмотреть этот фестиваль приехать. Ну, немножечко снова вернемся к военно-историческому фестивалю «Битва на Воже». Реконструкция сражения, я уже сказала, да, стала, конечно, генеральной репетицией к Куликовской битвы. А еще я хотела бы вам рассказать о замечательном фестивале, таком как «Небо России». Есть у нас в Рязани замечательная сказка, которая рассказывает о том, что еще до полета братьев Райт рязанский подьячий поднялся в воздух на своем летательном аппарате. Сказка, конечно, остается сказкой, но у нас проходит фестиваль «Небо России», фестиваль воздухоплавания. Рязань считается такой тоже столицы воздухоплавания России, очень зрелищный праздник. Всегда большое количество людей тоже смотрят за взлетами и спуском аэростатов. Десятки воздушных шаров, все взрослые, практически как дети, с удовольствием смеются, кричат и получают незабываемые впечатления. Полеты бывают рано утром и поздно вечером. Конечно, открытие фестиваля очень зрелищно, также ночное свечение аэростатов под различные музыкальные сопровождения. Тоже очень интересно. Вижу тоже вопрос, сколько стоит прокатиться на воздушном шаре. Это зависит от тех, кто управляет аэростатами. Цены варьируются по-разному. В среднем достаточно дорого, честно вам скажем. Ну, где-то в среднем около от 8 до 15 тысяч. Вот такая вот ценовая категория. Вот. Но в целом это все-таки больше спортивные состязания. Для туристов они, конечно, зрелищные. Теперь давайте с вами еще поговорим о фестивале искусств «Кремлевские вечера». Это концерты классической музыки под открытым небом на территории Рязанского Кремля, которые проходят с 6 по 12 июня. Очень качественный проект для любителей классической музыки и для любителей такого неспешного культурного отдыха. А вход на территорию Кремля и на концерты бесплатный. Тоже большое количество рязанцев и гостей города с удовольствием посещает именно вот это вот мероприятие. Ну, теперь с вами перейдем к историко-культурному наследию нашего города. И первым, конечно, будет архитектурная жемчужина нашего города, музей-заповедник Рязанский Кремль. Рязань – город с почти тысячелетней историей. Рязанская земля – это место, где бьется поэтическое сердце России, родина последнего поэта деревни Сергея Есенина. И уникальный заповедник народной культуры
с экологически чистой средой, пестрой палитрой художественных промыслов и ремесел. У нас замечательные музыкальные традиции, замечательные обряды. Рязань словно создан для любителей путешествий. Непринужденные прогулки, интересные маршруты, свободное время для самостоятельных открытий. Туристы вообще очень любят Рязань. Это Константинов, Почпов, Солочи, Гусь Железный, Касимов и Скопин. Но символ города – Рязанский Кремль. Именно с него лучше всегда начинать знакомство с нашим городом. За свою историю он неоднократно перестраивался, и с течением времени здесь сложился целый комплекс замечательных памятников древнерусской архитектуры и классицизма 15-19 веков. Здесь же, конечно же, расположен самый старейший музей нашего региона. В его экспозиции можно увидеть знаменитые клады старорязанские, народные костюмы, изделия народных промыслов и многое другое. Помимо искусств, экскурсий проводятся замечательные интерактивные программы. Самая популярная из них – это «Каша на все времена». Мы тоже с удовольствием рязанцы ее посещаем и пробуем различные виды именно рязанских каш. Ну, конечно, еще одно знаковое место – это Рязанский художественный музей имени Ивана Петровича Пожалостина. Это наша малая Третьяковка, мы не стесняемся этого выражения, потому что в его коллекции оригинальные полотна Айвазовского, Саврасова, Тропинина, Сурикова, Шишкина и многих-многих других. Замечательная коллекция иконописи XVI века. Находится этот музей в единственном здании дворцового типа в нашем городе, с замечательной анфиладой залов. Туда просто приятно прийти прогуляться, да еще и познакомиться со знаменитыми мастерами русского искусства. Есть также залы, где представлено зарубежное искусство. Вот такой вот тоже хочу факт вам интересный рассказать. Мы знаем, что в Москве очень часто большие очереди люди отстаивают для того, чтобы посмотреть на оригинальные полотнища Айвазовского, а в нашем музее их целых 5. Они замечательные, без очередей, поэтому можно прийти в нашу малую Третьяковку и на них посмотреть с удовольствием. Ну и, конечно же, мемориальный музей усадьбы академика Ивана Петровича Павлова, очень любимый у наших туристов место посещения, потому что музей очень камерный, он рассказывает о настоящей жизни середины XIX века, о самом первом Нобелевском лауреате России Иване Петровиче Павлове. В России бытует мнение, что это тот человек, который мучил животных. На самом деле это не так, это настоящий гражданин своей страны, не только первый Нобелевский лауреат России, но и величайший ученый, который открыл науку о высшей нервной деятельности, а также очень сильно помог физиологии пищеварения, не только человеческой, но и животные ему, конечно, в этом помогали. Сам домик находится в отличном состоянии, домик не перестраивался никогда, это тот самый исторический дом, в котором и жил Иван Петрович Павлов, он сам его в шутку называл «домик-крошка с мезонином в три окошка». Здесь можно увидеть как не только личные вещи самого ученого, но и его близких, узнать о традициях семьи Павловых. И туристам предлагаются различные интерактивные программы. Самая популярная из них – у самовара в доме Павловых. Рязань очень часто называют столицей ВДВ, нельзя обойти этот факт. В нашем городе находится замечательный музей истории воздушно-десантных войск России. Посетители могут узнать о становлении воздушно-десантных войск, увидеть образцы военной техники, различные вещи героев-десантников и даже подержать в руках оружие. Но также здесь можно узнать о истории Великой Отечественной войны, о воинах-десантниках, которые в ней участвовали. Экскурсоводы этого музея замечательные, душевные люди, которые сами прошли службу в военно-воздушных войсках России. Так что еще одни летучие рязанцы к вашему вниманию. Ну, теперь, наверное, одна из самых грандиозных построек на территории Рязанской области – это усадьба фон Дервиза в Кирицах. Удивительный по красоте архитектурный ансамбль. Я думаю, вы на фотографии тоже видите. Дворец был построен в 1889 году Сергеем Павловичем фон Дервизом, сыном строителя Московско-Рязанской железной дороги, которого за огромное состояние называли русским Монте-Кристо. Но проект разработал Федор Шехте, знаменитый архитектор, чьим именем назван целый стиль. Усадьба отреставрирована, находится в замечательном состоянии, является объектом показа. Есть нюанс на момент прохода на территории усадьбы, так как не расположено важное медицинское учреждение нашей области. Но сейчас этот вопрос решается, я думаю, в дальнейшем этот комплекс будет всецело открыт для туризма.
Ну, теперь мы с вами снова вернемся к Константиново, к музею-заповеднику Сергея Александровича Есенина. Расположен заповедник на живописном месте на берегу реки Оки. Именно здесь находится Есенинская Русь, сторона березового ситца. Одна из самых главных достопримечательностей Рязани. Ну, а сердце музея, конечно же, усадьба родителей поэта, которую вы видите на верхней фотографии на нашем слайде. Музей постоянно развивается, а старается удивить даже самых взыскательных гостей. Помимо экскурсий, взрослые дети могут поучаствовать в интерактивных программах и праздниках. Можно совершить небольшое путешествие в начало 20 века, поиграть в старинные игры, пописать перьевой ручкой, увидеть театрализованные представления и узнать о местных традициях и обычаях. А еще по направлению в сторону музея-заповедника Сергея Александровича Есенина находится старинное село Пощупово, где находится Пощуповский монастырь. Удивительный по своей архитектуре, которая тоже строилась в различные века. Там есть удивительный чудотворный источник, в котором тоже наши туристы любят окунаться. И история у монастыря необычайная. Монастырь еще с домонгольского периода существует и не был разрушен в период нашествия хана Баты. Тоже интересный факт, но думаю, оставлю для вас такую небольшую интригу. Приедьте, сами узнаете эту удивительную историю. Также по направлению в сторону музея-заповедника находится старинное русское село Новоселки, о котором мы сегодня с вами уже говорили. Там проходит фестиваль малины. Но не только этим славится это село. В этом селе родились знаменитые оперные певцы братья Пироговы. Сейчас в их доме открыт музей, тоже очень интересный, уютный, красивый. Его экспозиция содержит богатейший материал, богатейший, который раскрывает судьбу этой удивительной семьи. Даже сам Шаляпин говорил, что он на одну сцену с Пироговыми выйти не хочет, потому что боялся, что они его перепоют. Ну, с вами дальше. Мы с вами видим на фотографии наше замечательное городище, Старая Рязань. Потому что тот город, в котором мы сейчас называем Рязанью, изначально именовался по-другому, он именовался Переславлем Рязанским. А Рязань находится в 65 километрах от нынешнего города, и город был разрушен в 1237 году до основания нашествием ордынцев. И на прежнем месте восстановиться уже никогда не смог. Сейчас мы имеем самое крупное археологическое городище России. По числу найденных кладов занимает второе место после Киева. Но и местные жители, и приезжие называют это место местом силы. Ну и, конечно же, это рай для археологов и для всех любителей археологии. Можно присоединиться к археологическим раскопкам, которые ежегодно проводит Институт археологии РАН, и почувствовать себя настоящим кладоискателем. На данный момент исследовано всего лишь 6% городища, так что многие находки, думаю, еще будут впереди, и, может быть, вы их сами и найдете. Ну, вот наши замечательные малые города, о которых невозможно упомянуть. Это Касимов, на первом слайде он у нас находится. Это древняя столица татарского ханства, город двух культур, двух народов. Мы его между собой называем брат Москвы, племянник Казани, в 2 часах езды от Рязани. Исторический центр Касимова сохранился с 19 века практически без существенных изменений. Соборную площадь в Касимове можно назвать музеем под открытым небом. Давайте, город, в общем-то, в городе очень большое количество частных музеев и государственных музеев. Они располагаются в исторических зданиях. И, конечно же, в этом городе есть замечательная набережная, с которой открывается потрясающий вид на Оку. Ну и большое количество гражданских строений, которые представляют особый интерес. Мы также называем этот город город-антистресс. Ну, теперь мы с вами переходим к еще одному нашему малому городу, который называется вот так вот необычно, город Скопин. Так он назван не случайно. На гербе города находится древняя птица Скопат, которой он получил свое название. Но Скопин является на нашей территории городом гончаров, потому что с древних пор здесь развивается гончарный промысел, гончарное ремесло. В общем-то, в наши дни этот древний промысел переживает свое второе рождение. С 2014 года в городе работает Центр народных художественных промыслов и ремесел. Здесь туристы во время мастер-классов могут познакомиться с азами народных промыслов в нашей области. Это и гончарство, михайловское кружево, кадамский венец и шиловская лоза. А еще
одна изюминка Скопина – это молодежный театр «Предел». А многие годы коллектив театра собирает народные костюмы, изучает обряды и праздники родного края. Самый популярный спектакль – «Красный угол». Его действие целиком выстроено на традиционных рязанских обрядах. И этот театр переворачивает человеческие эмоции практически наизнанку. Вам очень советуем, потому что театр, в общем-то, награжден различными премиями, очень ценят в России. Ну, теперь мы с вами перейдем тоже к тому, что интересно, это семейный, промышленный и авторский туризм. Первым вашему вниманию предлагаю музей традиции «Рязанские хоромы». Это уникальный проект Рязанской филармонии, поющий, говорящий, танцующий музей, в котором каждый гость ненадолго может почувствовать себя артистом рязанского хора. Музей погружает гостей в удивительный мир песенной культуры, пестрый мир песенной культуры. Пестрый мир местных обрядов, экскурсии по концертным костюмам, многие из которых в точности повторяют исторические образцы народных костюмов Рязанской губернии. Один из самых новых музеев в нашем городе – музей истории рязанского леденца «Сахаровар». История Рязанского края, круто замешанная на карамельном сиропе и щедро посыпанная сахаром. Музей «Мир леденца» знакомится с Николаем Петровичем Шишковым, который основал рязанское свекольное производство в 1829 году. Музей и рассказывает, и показывает все, что связано с историей сахара на территории нашего города и нашей области. Здесь посетители своими руками ощущают все тяготы работы на старом сахарном заводе и лично знакомятся с его основателем. Качественный интерактив, есть чайная, где можно заказать купеческий обед или чаепитие. Ну, теперь мы с вами видим интерактивный музей сказок «Забава». Здесь можно полежать на печи, заглянуть в бабушкин сундук и сверить время по старинным часам. Сказочные персонажи познакомят вас с историей сказок, былин, предметами русского быта и сказками нашей территории. Ну, еще вы видите на своих экранах Рязанский театр кукол, который входит в пятерку лучших кукольных театров России. Помимо разнообразных спектаклей, он открывает свои двери, приглашает в театральное закулисье, посещение мастерской, где шьют куклы. А еще не только для наших маленьких зрителей, для наших детей они предлагают спектакли. У них есть кукольные спектакли для взрослых, которые пользуются очень большой популярностью. Горожане и туристы с удовольствием посещают именно этот театр. Ну, теперь давайте перейдем с вами к промышленному туризму. Один из главных представителей – это Рязанский кожевенный завод, производитель натуральной кожи, крупнейший производитель натуральной кожи в России. Он приглашает совершить экскурс в историю кожевенного дела. Экскурсии по предприятию в новом формате, в роли экскурсовода выступает действующий технолог. Программа также включает в себя интерактивную часть, где туристы могут почувствовать себя в роли кожевенника и мастер-класс. А также мы с вами видим «Авангард». Это крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области, которое приглашает к себе в гости, открывает свои двери. Туристам предлагают как экскурсии по территории животноводческого комплекса, так и посещение карусельной дойки, где тоже интересно коровки представлены. Есть программа в гости к счастливой корове, тоже пользуется большой популярностью. Здесь можно приобрести качественную свежую молочную продукцию, именно вот на этом вот предприятии. Теперь хочу познакомить вас с нашим авторским проектом нашего города. Проект называется «Я вам покажу». Это творческая команда единомышленников, которая помогает открыть многочисленные страницы рязанской истории в необычных, нетривиальных экскурсиях. Достоверные факты, театральные, музыкальные элементы, интерактив и погружение превращают каждую встречу в событие. С большим вниманием относятся к каждому гостю и помогут организовать отдых именно так, как нужно вашему туристу. Очень много положительных отзывов, большое количество посетителей, поэтому это, наверное, самый популярный такой авторский проект в нашем городе, о котором очень много говорят, потому что он, конечно же, интересен. Еще один удивительный проект – Центр исторического туризма «Лики прошлого». Центр предлагает исторические прогулки со стрельцом, интерактивные программы различного вида. Купеческая Рязань тоже представлена в авторах этого проекта. Тоже человек, одетый в костюм определенного периода, может об этом периоде на улицах нашего города рассказать. Центр взаимодействует с музеем наших
с галереи пряников нашего города. Там есть небольшая экспозиция, которая рассказывает о купеческой части нашего города. И, в общем-то, сам купец тоже там присутствует, с удовольствием играет и общается с гостями. Он на ней также проводит различные, не только интерактивные экскурсии, но также проводит различные тимбилдинги, различные встречи с гостями, также все очень часто заказывают в качестве сопровождения делового туризма. Очень интересный, качественный проект. А также в нашем городе работает Рязанский бар-музей вин и напитков России с названием «Секера». К сожалению, фото его нет, но этот бар вошел в топ 80 лучших ресторанных концепций 2017 года. Там рассказывают об истории бражничества на Руси и проводят небольшую, но интересную экскурсию. Но мы переходим с вами к рекреационному и оздоровительному отдыху. И первым на нашем пути будет санаторий «Касимовские зори». Это уникальный санаторий на берегу Оки, рядом смешанный лес, территория утопает в зелени и располагает к пешим прогулкам. Санаторий оснащен новейшим современным оборудованием, рядом старинный город Касимов. Совместить оздоровительный отдых с культурно-познавательным было бы очень здорово. Ну и санаторий «Старица» – один из лучших санаторно-курортных учреждений средней полосы. Находится в пригороде Рязани. Мы сейчас с вами подробно этот пригород рассмотрим. Вот он, поселок Солоча. Такой тоже курортный поселок. Маленькая Италия, маленькая Швейцария. По-разному его именуют наши туристы. Великолепное место отдыха и поправки здоровья в любое время года. Солоча находится в окружении национального парка Мещерский. Очень часто Солоча называют «ворота в Мещеру». Удивительная русская природа российская открывается именно здесь. Чистый воздух Солочи также обладает целебными свойствами и благотворно влияет на здоровье. Ну и вообще Солочи можно сравнить с южными российскими курортами. Она не проигрывает. На территории поселка находится много различных санаториев: Солочи, Сосновый Бор, Старица, база отдыха «Дружба», детские оздоровительные лагеря, отели «Золотой Оазис» и «Лесной бункер». Каждый может выбрать развлечение себе по душе, кто-то может с пешими прогулками отправиться по различным тропам. Вот, кстати, Константин Георгиевич Паустовский был влюблен в Рязанскую мещеру и сходил ее вдоль и поперек, о ней упоминал в своих рассказах. В этом же местечке находится дом-музей «Пожалуйста» на Паустовского. Так сложилось, что два удивительных человека жили в одном доме, и вот там можно узнать об их жизни, о том, чем запомнилась им Рязанская земля. В общем-то, походить по тропам Паустовского, можно взять велосипеды в аренду, тоже проехаться по ним, ну и просто насладиться замечательными видами вокруг. Лес сосновый, воздух очень чистый, и туристы, и жители города практически все лето находятся именно в поселке Солочи. Очень его любят. Есть прокат спортивного инвентаря, замечательная инфраструктура, поэтому в этот поселок мы вас однозначно приглашаем. Есть Солочинский монастырь, который был основан любимым правителем нашего города Олегом Ивановичем Рязанским, который в 1340 году начал правление нашим городом. Это его такая, наверное, любимое его место, которое было создано в стиле нарышкинского барокко. Архитектура удивительная, само наследие этого места тоже потрясающе. Ну, несколько слов вот как раз Сосновый Бор, тропы Паустовского можно увидеть, и несколько слов о самой Мещере. Она находится на севере Рязанской области. Это красавица Пра, уникальные Клепиковские озера, море грибов и ягод, целебный лесной воздух. Мещерский край – истинный рай для туриста. Сплавы на байдарках, пешие походы, рыбалка, велосипедные прогулки, конные прогулки, водный сплав по реке Прони, Оке. Ну и, конечно, самый популярный маршрут одна из троп Паустовского. Эти места также были им исследованы, а здесь находится маршрут на кордон Лесника Желтого, который описан в замечательном произведении Константина Георгиевича, описан в одном из его рассказов. Давайте с вами поговорим о туроператорах, которые работают на территории нашей области. Подробнее. Ну, туристическое агентство МК Тревел, тоже контакты все представлены, очень крупный туроператор, работает и очень качественно работает на прием. Туристическое агентство «Горячие туры», туристическая фирма «Добродей», центральное туристическое агентство «Центр тур», «Орбита», «Респект тур», «Арго тур» и «Ветер странствий».
Немножечко о наших информационных ресурсах. Самый главный портал о туризме и отдыхе в Рязанской области – rizanturizm.ru. Регулярно обновляются новости, все, что касается туризма в Рязанской области, можно узнать именно здесь. Большой фотобанк, email-рассылка, региональная система бронирования туров по Рязанской области. Также у нас есть группы в социальных сетях «Туризм и отдых в Рязанской области», группа ВКонтакте и группа с таким же названием в социальной сети Facebook. Тоже ежедневно обновляются посты, интересная информация. В общем, все, что касается туризма в Рязанской области, можно узнать в нашем туристском информационном центре Рязанской области. Ну, а теперь, в общем-то, мы видим наша организация, это автономная некоммерческая организация Центр развития туризма Рязанской области, и я как представитель туристского информационного центра Рязанской области. Ну, а теперь давайте разыграем с вами замечательный отдых в нашем комплексе «Старый город». Оксана Юрьевна обещала, что я проведу этот конкурс. Очень прошу техподдержку меня в этом поддержать и определить, кто же первый ответит на мой вопрос. Именно этот человек и получит, в общем-то, такой билет в наш замечательный комплекс. Я задам один вопрос, о котором я в ходе своего рассказа говорила. Сколько же полотнищ Айвазовского находится в Рязанском художественном музее? Вот кто первый даст ответ на этот вопрос и получит возможность отдохнуть в одном из самых лучших комплексов на территории нашего города. Так, я вижу очень много правильных ответов. Вот, я очень прошу, конечно, техподдержку нам помочь. Кто же был первым? Так, и вот я, вот лично я вижу, я не знаю, как наша техподдержка, но я вижу, что Алена Ивкова первая дала ответ, что именно 5 полотнищ Айвазовского находится в Рязанском художественном музее. Ну, на этом, наверное, мы с вами можем закончить. Очень благодарю вас за внимание, спасибо за ваш интерес, за ваши вопросы. Если, может быть, что-то осталось, задавайте, мы с удовольствием на ваши вопросы ответим. Вот такой вот сертификат получит победитель, который у нас уже определился. Вот, уважаемый победитель, вы с нами, пожалуйста, свяжитесь, и мы вам расскажем, как вы сможете забрать свой сертификат и отправиться к нам в гости. Сейчас я перелистну, посмотрю вопросы. Правильный ответ 5 полотнища Айвазовского. Ну, в общем-то, да, всем спасибо. Вопросов не вижу. Благодарю за внимание. Приезжайте к нам, приходите на наши экскурсии. Рязань сумеет удивить. Рязань действительно больше, чем кажется. Большое спасибо. Выключить. Звук.